Привитус, амигос, продолжается поход Кратоса, несмотря на то, что многие пишут, что типа, зачем тебе сложность, а все сложно, сложно, ничего не понятно, переигровки, бомбеж. Я перепрошел этот момент, нас на харде. Короче, самое сложное, чего было написано? Великое что? Самое сложное в этой игре это то, что когда ты играешь в первый раз, ты не знаешь, что тебя ждет впереди, в какой момент тебе понадобится... мана на призыв этих спартанцев. В какой момент надо ее поэкономить? В какой момент жизни поэкономить? Я просто перепрошел с чекпоинта, вызвал на этих сраных гарпиях два раза щиты спартанцев, и все, птичек снесло. Поэтому... Так, мне надо синий открыть. Поэтому сама боевка несложная, в принципе. Сложно вот именно рассчитывать свои силы на дальнейшее прохождение, когда ты не в курсе, а в белых что лежит. Когда ты не в курсе, что тебя ждет за поворотом. Вот это сложно. На средней сложности играть неинтересно. Уже на средней сложности Кратос практически бессмертен и невосприимчив к урону. Я представляю, что на лайте. На лайте, наверное, он еще и дерется сам. Ну, сейчас посмотрим, что опять там ждет. Если что, ну, я говорю, доходите... Ну, дойду до какого-то момента, где застряну. Просто перепройду его с чекпоинта, сэкономлю ману. Вообще, ману, наверное, надо экономить на самые-самые черные дни. Три статуи. Царь Минос, царь Эак и царь Радамант. Судят каждую душу. Те, кто достоин отправиться в Элизиум. Господи, это ж, блин. Там тысячи людей, по-моему, каждый день умирают. Стопы, а что это за марево? Это для полетов? Или что? Похоже на горячий воздух, но это не он. Я какую-то книжку читал, где... Насмехались над этим греческим раем, по-моему, это были трое из леса, где типа многокилометровая очередь на переправу через Стикс, потому что там всего один лодочник, а людей умирает просто тысячи. Единица кнопочка. Да куда ты скатился? Кратос, ты скатился. Опа, она. А, ну я понял. А как переключить? Не очень-то удобное управление. Потому что, ну, у меня один большой палец, надо операцию сделать, чтобы два Но я не про тот, про который сейчас школьнички захихикали. И на стики жать, и на кнопку. Ну ты пиздюк, блядь. Я такой наебанулся. Мне кажется, это, блядь, Майк Тайсон вместо... Ну, вот, по-моему, самое путевое избиение минотавров, это их подбрасывать. Пиздец, ну заебали по текстуре поворачивать, да ебаный в рот. Надо активировать добивание, потому что... О, нихуя его. Подлетает. Потому что в добивании минотавров падает здоровье. Это единственный способ, по-моему, хилку здесь добыть. Линчевать бедного быкоголового чмордяя. А, еще и не полностью похилял-то. Бля! А что это этот сра... Этот какой-то хиленький попался. Наверное, кашлял много в последнее время. Минотавры, кстати, очень элементарно добиваются. Всего вот надо покликать одну кнопку. В то время как обычно надо целые комбинации с КТЕ набирать. Че вот это воздух воспламененный? Что он делает? Может, его из лука можно взорвать? Как там, блядь? Нет. Ни хрена. Интересно, что стрелы в луке Аполлона материализуются сами собой на тетиве. Экстапы, а я до туда далеко, ой, далеко. Ну давай попробуем. Раз, два, полетели. Давай, давай, давай. Какой-то музончик играет такой эпичный, как бы за него правообладатель не предъявил. Давай, голубец. Так, кстати, голубчик, мне тут не хватает. О, хватает, смотри-ка. Из динамика геймпада раздается взрыв. Увеличение урона смерч хаоса L1 плюс квадрат. Блять, я вот это вообще забываю. Смерч хаоса в воздухе. Что еще L1 какой-то надо юзать? Я вообще не жму. L1 это блок. А, из блока удары наносится. Понятно. Сколько тут разных комбинаций клавиш. Интересно, на R1, если нажму... Не, он сейчас отпустится, и я улечу просто в далекие дали. Не надо так делать.
такие странные маршруты в этом аду. Как его, Вирий называли, да, вроде или что? Я вот не помню, то ли в Римской это Вирий, то ли не в Римской это Вирий. А что это за синий кукан у статуи? Может, его надо накуканить из лука? Нет. Нахер он нужен? И чего? И куда? А, о! Как спуститься-то? Нет. С вот этой камерой путешественника я просто, блядь, не знаю, что она делает. Может, повернуть его надо? Нет. Может, запрыгнуть надо на синий кукан? Синий кукан, похож на обман. Я, бля, просто в ахуе. Ну чё за ёбаная камера? Ну чё, вот чего, блядь, они хотят, чтобы я нахуй сейчас сделал? Что, блядь, на все кнопки ёбаные понажимать? Чего, блядь, чё надо-то? Ёб твою мать, где, блядь, ваши подсказки нахуй обещаны? Я просто, блядь, нихуя не понимаю. Вы чё, блядь, от меня хотите-то, ёбаные вы, блядь, твари? Сука, нахуй, понавязали свой маршрут, блядь, для дебилов. Ну, ёбаный в рот. Кому нахуй в этой игре интересно ходить? Никому, ёпта. Всем интересно с боссами драться, блядь, с мобами. Нахуй это ходьба, кому на... А, ебать, туда вообще идти не надо было. Заебись, блядь. Ну и пошел нахуй. Я вообще не понимаю, блядь, этого разработчика. На кого, какой хуй, блядь, вот сюда идти? Ну чё тут есть-то, блядь? Нихуя здесь нету. Ну и нахуй тогда этот балкон здесь, блядь. Это пиздец какой-то, блядь, вообще нахуй. Слава богу, вот эта, блядь, мода ёбаная с 10-го года пошла на этот ёбаный скалолазный, блядь, говнопаркур, блядь. В каждую игру его пидорасили, блядь, нахуй. Какую не купишь, везде какие-то ёбаные лазилки по стенам. Это чё, блядь, интересно кому-то когда-то было, что ли? Просто ты лезешь по стенкам и нихуя не происходит. И чего? Ай, нихуя, блядь, вот модно и всё. Сейчас, слава богу, игры уже начали от этого говна отходить. Отец? Калиопа. Какая нахуй? О. Ты не моя дочь. Нет. Но я знаю, кто ты. Да тут все, блядь, знают, кто он. Его все по имени зовут. Знаешь, в игрушки раз. Не прячься, Аид. Опять твои фокусы? Как обычно, спартанец. Ты жестоко ошибаешься. Выходи, трус. Не горячись, Кратос. Успокойся. Кстати, мы с тобой еще поиграем очень скоро. Кстати, нельзя здесь озвучку поменять. Только субтитры можно английские сделать, а озвучка всегда, блядь, здесь русская. Я не знаю почему. Все вопросы к Sony. Как они, блин, такие игры классные делают? Блядь, только не говорите, что опять будет бой на цепи на этой ебаной. Нет, они поняли, что их бой на цепи слишком хорош, чтобы его делать постоянно. Ой, блядь. Ну так вот, сейчас уже игры, слава богу, отходят. Скалолазания все меньше и меньше. Хотя в Uncharted 4, ну там вся игра на этом построена, что, блядь, максимально растянуть геймплей за счет тупорылого лазания по стенкам, блядь, по всякой хуйне. Но... В God of War в следующей части уже видно, что этого практически не будет. Там уже и камера другая, что это будет слэшер такой, более приближенный к Dark Souls, как мне даже показалось. А, я была в ответе за него, я должна была воспитать его, объяснить, что есть добро и зло. Все, кто оказывается рядом с ним, видят лишь страдания и смерть. Его жена, его дитя, его брат, теперь я. Я подвела его, как мать, как человек, все его грехи. Вся грязь, все грехи людей на мне. Накажите меня, сделайте мне больно, ломайте меня полностью. Накажите меня за то, что он совершил, и даруйте ему прощение. Какая-нибудь алкмена, наверное, очередная, или хуй его знает. Че за спартанец с золотыми браслетами? Я охренел, когда мне в комментах написали, что Кратос блоком может отражать... Заряд этот, окаменение, которое медузы выпускают. Вот где, блядь, в обучении об этом хоть слово, ёб твою мать. Обучение в этой игре просто пиздец. Чисто интуитивное, как в старые добрые времена. О. А
А это что за хуи такие? Лошары, блядь! Ну-ка на нахуй. О, ёбаный в рот. А, ну да, мобы, которые взрываются после смерти. Классика, блядь. Это я уже говорил, да, это моя любимая хуйня. Я люблю мобов, которые невидимые, которые взрываются и которые бессмертные, бля, вот все их любят, не знаю. Такая классика, вообще. Ох ты, бля, бомжи какие-то. По-моему, самый простой способ здесь кого-то убить в этой игре, это схватить его. Если это не какой-нибудь огромный минотавр. Ничего это такое. Показали. Торжественно. Вот что мне сейчас нужнее, мана или жизнь? Жизнь у меня уже не полная, мана, ну. Куда делась, блядь, кусок маны непонятный, вроде ее и не юзал. А, это для полетов. Вот в каких-то местах они вот просто для тупых показывают, блядь. Да все помнят, что летать на этом говне можно. А там, когда куда придешь и куда идти, непонятно. Они не потрудились сделать вообще ничего. Хуякалка сломалась. Даже. Хуяк, нахуй. Идите в жопу, блядь. А чё они издохли-то, я не понял. А чё, бессмертные, что ли, какие-то? Странные ребята, блядь, загорелись, потухли, еще раз загорелись. Суперсильный Кратос с таким натугом, блядь, поворачивает рычажки эти всякие, что. А здесь только здоровье. Хм. Так, подожди. Вот там, наверху же. Ну, наверху же. Ой, недоумок, блядь. Ох ты, ёпта. Так, где там мой новый удар, блядь? Ёп твою мать, взорвали, пидоры. Дискотека, дискотека века. Оп, 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 блядь. Оп, нахуй. Опа, сучка. Ах ты пизда, блядь. Блядь, нахуй. Пошли нахер от меня, ёпта, бичевки. Все, мана кончилась. Хоть не сдох, ёпта, спасибо. Блин, вот реально сундук открыть, такое напряжение. И он это делает одной рукой, может, ты двумя попробуешь, а? Может, ты не такой сильный, как кажется. У тебя банки вроде здоровые. Абсолютно, абсолютно. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, абсолютно накачанный. Так, подожди. А куда мне надо прыгать-то с этой хуйты? Тут же нет свободной камеры. Чтобы, блядь, сделать в игре свободную камеру, надо, сука, не знаю, быть программистом на уровне. Я даже не знаю, кого, блядь, Билла Гейтса, а может быть и выше. На какой хуй она взрывается? Она же должна была загореться, нет? Я думал, эта херня нужна для полетов. Нет, это взрывная бочка. А, и что с ней делать? Надо. И чё? Мне надо на лифте куда-то притащить вот это говно и что-то взорвать, походу, но... Так, и это делается не в один этап. Что-то я вообще, блядь, не понимаю нихуя. Что эта игра хочет сейчас? Что, какие-то загадки сделали, ты посмотри.
Вот эту дверь надо взорвать, да? Да, ёбаный в рот. Ну это, блядь, однокнопочные бои теперь, конечно, с вот этим ударом. Как, блядь, в Черепашках-ниндзя, где врагов через себя просто перебрасывал. Охуенный ты, блядь, меток и пиздат. Ты не Кратос, а Кастрат. На, нахуй. Ну-ка, сдохни, тварь. Так, окей. Ничего. Может, надо скинуть на жаровню эту херовину? Уи! По-моему, я единственный, кого это говно должно было взорвать к херам собачьим. А-ау. А-ау! Ау! 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 Ой! А, все ровно. Ничего себе. Пиздец. А дверь каменную многотонную он подымает, как будто она, ёб твою мать, ты еще что за хуйня? Так, убрала, блядь, свои проститутские, блядь, лапы от меня. Пиздец, дискотека, ёпты века, нахуй. Да, этот удар просто имбище, по-моему. Так, и чё это у нас тут? Артефакт. Меч. Меч Аида. Нет. Перо Феникса, блядь. Вы получили перо Феникса. Найдите еще два, чтобы увеличить запас. Блядь. Это так похоже, знаете, на собери крышки от Кока-Колы, блядь. Что-то такое. Выиграй два джипа Вранглер. Погоди-ка, эти руки здесь бесконечны? Ну-ка еще раз появятся они, нет? Блядь, их надо фармить. Такая мясорубка. Смотри, сколько из них падает этих херовин. Я, кажется, нашел читерное место. Вот этот удар, если бы у меня был на том моменте с гарпиями, я бы их трахнул, блядь, с первой попытки всех. Посмотри, что он делает. Че ж там, блядь, в конце игры за удары будут? Ну не то, что здесь бы прям вот много их падает, вот не сказать, что прям... Не, ну я тут пару соток нафармил. Пару соток она, блин, знаете, на дороге-то... Пару соток на дороге не найдешь, только блядь, старой куртки. Ну все, понятно, ладно. Последние две, из которых одна выпала. Вон там еще одна дверь, кстати. А, и что мне здесь делать? О, вот она. Вот так вот. Подожди. А это точно дверь? Может, ее тоже надо открыть? Еблан. Или это не дверь? Дверь. А чтобы открыть, что надо сделать? А я, кажется, понял, что надо сделать. Надо. А, нету больше. Все. Вот почему-то механизм сломался. Непонятный декор, что здесь дверь, что здесь не дверь. Говорят, что нельзя пропускать здесь красные сундуки, иначе ты не прокачаешься. Прокачаться в этой игре надо полностью, абсолютно. Абсолютно прокачанный Кратос. Так. Бомж какой-то присел за вазочками, думал, я тебя не увижу, что ли? Зашибись, и вот здоровье сейчас надо, не надо? Или можно будет вернуться сюда? Хер вот его знает. Сейчас вот как выпрыгнут, не знаю, стадо минотавров, а ты не похилялся. Больно будет. Сколько в сундуке, кстати? 77 было. Бля, 50, ёпты, даже не сотка. О, какой. Богатырь с кувалдой, смотри-ка, нихера себе. Гладиатор. Не хотел бы с таким ебашиться. Их тут трое. Такое чувство, что они сейчас живут. Тартар, да, точно, Тартар. Бездна Тартара. Опаленные земли простираются до горизонта. И чё? Я и сам это вижу.
Мне для этого, блядь, субтитры не нужны. Странно, у Кратоса нет понтовой походки, у него есть только, блин... Я ебаный, опять очередь у терапевта, блядь, опять нахуй... Опять в ЖЭК идти, сука, таксер, эти тарифы растут. А медленно совсем он идет. Блядь, хули я тут хожу медленно, съебываем отсюда, пацаны! А! О, блядь. А, его хуй подбросишь, ничего. Ничего себе, блядь! Сука, хоть молоток бы поменьше взяли. Ой, блядь, еще второй пришел. Получи из лука Аполлона, блядь. Да, мощь лука Аполлона, блядь, переоценить просто невозможно. Такая хуйня. Пидораска, блядь. Сука. О, смотри, я у него кусок вырвал. Их надо одиночными сильными ударами бить, по-моему, не? Да ёбаный Кратос, криворукий хуй. Дайте друг другу пиздюлей, поебало. Ну, если бы они хотя бы по одному выходили, ну нахуй четыре сразу-то, ёб твою мать, а? Три. И они пиздец какие живучие. Я так понимаю, они оживают не от того, что я читаю это говно. Да, они просто оживают. Блять. Да ну пиздец. Че же у него ноги-то не отваливаются, блядь? Нахуй, понятно. Ау, больно. Так, а ну-ка мы сейчас, блядь, въебем им. О, вот это добивание. Че, сука, неохота пиздюливаться от своей же кувалды? Блядь, из них здоровье тоже не падает. Что, здоровье только из Минотавра можно выцеживать, что я не понимаю. Блять. По-моему, за такое папское добивание... Блять! Ох ты, бля. За папское добивание, мне кажется, здоровье надо было, чтобы выпадало из всех на такой сложности. Бомжи-то, блять, откуда? Пошли нахуй. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Ой, блядь. Ну там какая-то микросфера выпала, но... Маленькая и одна. В этот раз вообще ничего. Нахуй тогда. Я этого не побью одного. Он один раз... А, вон там. Ну и пошел в жопу. Он один раз по мне попадет, и я ласт склею. Нахуй мне такие драки. Вот сейчас бы дали мне к нему подняться, я бы ему пиздюлей вкатил. Где босс, блядь? О, смотри, что это такое там сидит. А, это, наверное, этот Прометей, наверное, с выклеванной печенью, не? Ну, это титан какой-то, смотри. Блядь, тут закрыто. Придется пойти поздороваться с пацаном. Он тут вечность чалится на углях, походу. Кузница. А, Гефест, ты что ли? Пощади меня. Клянусь тебе, я дорого заплатил. Успокойся, бог-кузнец. Призрак Спарты? Какой ты кузнец? Ты. Ну и ну. Как у него голос я поменялся. Я думал, Зевс уже убил тебя. А я думал, ты уже вышел из этой пещеры. Зевс заточил меня здесь, но именно ты виновник моих мучений. Я ничего не сделал тебе, Гефест. Мне нужен лишь один бог Олимпа. Да, голос Вина Дизеля из русского перевода, точно.
Я ищу пламя Олимпа. Ты слышал о нем? Зачем оно тебе, спартанец? Зачем? Не твоего ума дело. Говори, знаешь ли ты о нем? Все дети Олимпа знают о нем. Все мы почитаем его силу. Оно коварно, не дай ему обмануть себя. Ни богу, ни смертному не дано к нему прикоснуться. Я должен найти его. Кто способен найти выход из царства Аида, тот без труда сможет отыскать и пламя Олимпа. Эй, пошел ты нахуй. Ты очень помог мне, Гефест. Че у него с глазом? Ну ладно, не будем ему мешать, у него, может, дела какие поважнее есть. Которые он не успел сделать за все то время, что он здесь чалится. Туда не допрыгнуть. А это что такое? Как ему, бля, в глаз выстрелить? А это офис Аида, судя по тому, что он нарисован на дверце. Оу, yeah! Вы нашли еще один глаз Горгоны. Один осталось найти, у меня здоровье будет, как у белого человека. Нет, как у негра. Негры живучие. Интересно, нахуй вода налита? Я понять не могу. Можно погасить эти сферки. И что это будет? Главное, Гефеста поначалу бомж какой-то озвучивал, но, видимо, он до конца озвучки не дожил. И резко голос изменился. А слева на цепи у него что висит там? Что, они залезть, что ли? Что ж там такое, блядь? И что он делает? Камешки? Ой, блядь. Ах, вон они что загораются, понятно. Блядь, какой интересный бог-кузнец. Надо было ему пиздюлей навешать, все равно богов убиваем. Вазочки. Бля, вот эта тема, когда из вазочек что-то выпадает. Опять эти пидоры, господи, опять. Раз, два, три, четыре, ёбаный брат. Что, бля, происходит? Как работает эта хуйня? Вон туда мне надо, где... Блядь, что ты крутишь? Куда ты крутишь? Куда ты крутишь, блядь? Не, вон туда надо, где ветки сгорели. Там наверняка сундук какой-нибудь. Я помню, Конан Варвар в начале фильма такую хуйню крутил. Долго крутил. Нет, 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 сучья дочь. Она остановилась. Оу, е. Ну давай, глаз Горгоны, глаз Горгоны, Горгоны, глаз, ну. Мне кажется, это проход туда, где я уже был. Вот, блядь, ну нету свободной камеры. Ну не посмотреть, куда идешь. Ну, блядь. Опа. О! Радос? Чего? Откуда ты знаешь меня? Ты призрак Спарты. Да тебя все тут знают, ёбаный в рот. Во-во! И все тебя боятся. Именно, нахуй. У них есть на то причины. Я не боюсь тебя. Это хорошо, что не боишься, дитя. Страх
тяжелая ноша. Я уже не дитя, Кратос. Мне безразлично, кто ты. О, Брэд Питт! Откуда ты знаешь меня? Никакого дела. Кратос, прошу, освободи меня. Пошла ты в жопу. Стремление к свободе также нелегкая ноша. Я не могу помочь тебе. Клинок Олимпа. Пусть ваши враги почувствуют вкус стали, которая завершила Великую войну. Вот пидоры, камон. Меч Олимпа снова в твоих руках. Да, и как пусть им... гнев Спарты ведет твой меч. Как им пользоваться, дура, блядь? А. Вот он. Ах, ха-ха, блядь. Вот это, блядь, дискотека века. Ну чё, говно. Он его на время достает, что ли? Отстой какой. А это что за говно справа появилось? Так, мы не можем освободить эту дуру. А я могу вернуться назад туда, где это карусель? Хуй, да? Я же спрыгнул вроде, нет? Нет. Сейчас я этим пиздюкам еще навтыкаю. Каменным, которые все тут возомнили, блядь. Давай нахуй. А, эта херня, наверное, должна накопиться, и тогда активируется меч. Просто об этом никто не пишет. Че, эти лбы-то оживут, нет? Сука, вы бы хоть смазали свою херню, еле поворачивается, блядь. Куда ты нахуй? Не-не-не-не-не-не-не, блядь, нет, сука, нет, ну куда ты, тварь, блядь. Там вот есть же проход, я же вижу, блядь, что там проход. О. Каруселька с автодоводочкой. Ух ты, блядь, нихуя себе. Ах ты пизда, блядь, такая. Ты посмотри, шакалья дочь, что делает. Там что за деревянная гроб господень, что ли? Да ты посмотри, что делает, а? Шалайка, блин. Так, что это такое? Красное говно здесь, и больше ничего нет, что ли? Красное говно, вода, трава. Эй, блин, два ящика с какашками. Лук Аполлона, нахер лук Аполлона. 7000, блядь, клинки изгнанника стоит улучшить. Да, тут выбор-то, блядь, или лук Аполлона, который вообще, блин, борода Ивановна, либо 7000 копить. Тут что-нибудь другое можно прокачать? Здоровье, например, там, я не знаю. А эти, походу, не оживут. Статуя, они не в Африке статуя. Может, ее ударить надо подойти? Вот это вот явно... Нет? Ну ладно. Что поделать? Вот видите, когда не знаешь, куда идти, получается, что начинаешь ходить, блин, кругами. Карты нет, ничего нет. Плак, плак, плак. А, потому что найдутся такие умники, которые скажут, да я, блядь, да вот на такой-то сложности. Да когда ее во второй или третий или 25-й раз проходишь, ясное дело. Ты знаешь, куда идти, куда не идти. Хуяк. Хуяк, 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 хуяк. Опа, опа, опа. А, вот как ваншотить. Ой, у тебя-то стрелы летят, как у петушка у какого-то, блядь. Ох, как зажигательно он бегал. С горящей жопой. Интересно, сколько сейваки тут весят, мне память-то не переполнит. О, а тут киндер-сундучок стоит неюзанный. С жизнями. А я сейчас собакам дам пиздюлей, потом за сундучком приду. А собаку нельзя застрелить, что ли? Камон, псы войны.
сука, здоровые бляди. Ух ты, блядь, такая. О, они друг друга жарят, нифига. Удобно как, блядь. А они здоровее, чем та собака, на которой в прошлый раз скакал. Блядь, они друг другу урон-то не наносят, они так горят. Так, понятно. Да, блядь, вот это я им вообще втащил, вот это они прям вообще. Сосанка, блядь, я пошел лечиться. Да, полечился, блядь. Вывези меня нахуй с этой арены. Хэ-хэ-хэ-хэ. Давай лук Аполлона, блядь. Ох ты, блядь. Да ебаный кувырочек. О! Все, пиздец, котенку больше срать не будет. Одну только? Нихуя себе, сказал я себе. Вот это бой, блядь. Получи по сраке. Нет бы зеленая сфера хоть выпала. Нет, блядь. Да соси ты валенок, блядь, а. Ну, ладно, где чекпоинт? Мне жизни нужны. Я согласен. А, блядь, где чекпоинт? Пизде, ебать. Конечно, нахуй. Не у сундука же его делать. Так, у меня есть вот эта хуйня. Давай посмотрим, как она. Да, надолго ее хватает. Прям вообще, блядь. И кончилось, блядь. Щит из Спарты, я призываю тебя. Ебите друг друга. Благословляю. Надо хоть одну сначала. О! Безглавим, тварь. Жутко тебе не везет. Как Иван Царевич Гарымича. О! Да чё у Аида собаки тупые, блядь. Это просто фантастика. Блядь. Тварь, сука. Пекинес. Не, голова-то у него как у дога, кстати. Всё, пизда собачки. Больше срать не будет. Сам добил. Даже нажимать ничего не надо. Пошла нахуй, проститутка. Пиздец. Реально по одному удару бить, что ли? О. Стоямба. Думаете, вот насколько она слабее становится без одной головы? Да не насколько, блядь. Вообще поебать. Одна голова, не одной. Ну, для тех, кто в Dark Souls не играл, может, это и сложно было бы. Но заспамить ее все равно не получится на этой сложности. Блин, чую ее нахуй. Обычно в играх жаль убивать животных, но это, сука, не тот конченый случай. Я могу понять, что такого нашел в тебе Зевс. Ты искусный воин. У меня ляжки спортивные, блядь. Ну чё, Аид-то сам выйдет сегодня драться или чё? Или буду собакову избивать тут? Две недели. Ну, смотрите, каменная тяжелее. Не, вот в этот раз он поднатужился все-таки. Становая тяга. Абсолютно. Абсолютно это базовое упражнение. Так, ну теперь мне ману нужно. Вот так вот, ловушечка, да? А, блядь, сука, нахуй! Подлое нападение, подлое нападение! Ну,
сюда нахуй. О! Заебись, пас порвал, как Самсон. Блять. Ну, сука, твари, блять, а? Конченые. Это чё, это последние секретари уже перед входом к директору этого заведения, я так понимаю. Давай его нахер, рви им, сука, пасти. Все, сдулись. Да, и мне нужно, и мне теперь нужно и здоровье, и мана, блядь. Ладно, мана нужнее, наверное. Просто нельзя мне просто дать войти, дать войти. Обязательно надо окучить на входе. Я уже думал, они ни хрена не открываются. Так, и вот оно. Ведьма из Алита. Я узнаю это дерево. Дворец Аида. Привет тебе, спарталец. Входи. Чувствуй себя как дома. На этот раз тебе не уйти отсюда. Наливай, Аид. Давай бахнем, блядь, за знакомство-то, ёпта. По старой памяти, по сот, по писярику. По писярику, давай, розанток, ну. Так, сундучок, наверное, возможно, мне понадобится, поэтому... Что это такое? Каменная хуета. Ладно, давай сразу хильнемся. Тут частенько бывает, что уже не успеваешь прийти. И полечиться. Блять, вот и на эту херню нельзя встать. О боже мой. Вы, блядь, охуеете, на кого вы сейчас нарвались, пернатое говно. Я говорю, это имбище просто лютейшее. Просто повыепых, а? Так, а это что за говно? А, я понял. Надо туда подставить камешек, чтобы она не закрывалась, наверное, нет? Нет. Я понял правильно, блядь. Сука. А чё она сразу-то не закрывается? А, чтоб ты успел пододвинуть? Типа не надо изображать, что это тонну весит. Ты только что такие двери открывал. Так а как я наверх? Как я наверх залезу, если подставочки-то нету? Как удобно у Аида тут продумана ситуация с закрыванием дверей. Он, наверное, сам приходил, крутил, потом подставлял вот эти камни на рохле. Подвозил, так сказать. Странно, вот я нашел меч Олимпа. Кто-то написал, это у тебя жизни... О, там нихуя гроб Белоснежки, смотри. Там гроб какой-то в деревьях. Гнев Спарты. Гнев Спарты напрямую связан с мечом Олимпа. Твоя боль дарит мне наслаждение. Ну так наслаждайся там, ну. Мне все подписчики пишут, что моя жопа боль им дарит наслаждение. Думаешь, я что-то новое услышал? Фу там, блядь. Блядь, отъеб стали просто, ну ебаный в рот, а? Так, сука. Сейчас ты мне, блядь, все мое здоровье вернешь, гандон. Спам. Ну давай. Чмо тупое. Если бы он еще попадал. Бык такой здоровый, не может сопротивляться вообще при захвате. При борьбе в партере, так сказать. Мне бы сундук найти с глазом Горгона, чтобы, ну, здоровье хоть стало нормально, но это пипец.
Чё за Малахов плюс, блядь? Глаза горгоны, здоровье. Тут некуда летать. А, о, все, я дошел, наконец-то. Он держит в руках воображаемый штурвал. Что тут написано в писюле в этой? Невозможно прочитать, ну да, ибо нех. А, я сейчас гроб подыму, походу, там цепочка ждет. Так, тут ничего. Сейчас Белоснежку поцелую, ёпта, или как там кого-то... А, спящую красавицу. А это что за лесенка? Думали, я не найду, что ли? О! Вазочки Аиду разобью. Пусть побесится. Так, скоро 7000 наберу. Тыся, 7000. О, глаз горгоны, глаз горгоны, горгоны, глаз, 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 давай. Сука! Это у него в шлеме, вот что светится, там сундук стоял. Блять, откуда у Кратоса крылья, я не понимаю. Тоже ангелочек нашелся. А, о, вон еще. Ой, шикарные подгоны тут, ой. Интересно, а я вот когда меч активирую, я его могу юзать, пока не кончится это говно, или сам могу его выключить? В целях еврейской экономии. Ну, походу, сейчас узнаем. Как интересно это работает. Ну ебать, точно Белоснежка, смотри. Надо ее в десны жахнуть. Но теперь ты заплатишь мне за все сотворенные тобой беды. Че за звук? Когда он начинает говорить, какая-то комета прилетает. На пьедестале начертаны строки. Здесь лежит Персефон. Я же говорю, тут одни Персефоны, блядь. Здесь лежит Персефона, царица подземного мира и супруга Аида. Аид, я сейчас, смотри, ее дрюкну же, бля. На глазах у твоей статуи. Ой-ой-ой. В гробике в этом. О, иди-ка сюда. Точно, сейчас. Сейчас осквернение Аида достигнет максимального уровня. Это что за механизм, что надо гробом уебать об стену, чтобы лестницы вылезли? Сейчас я разобью ее. Бум. Персефона, вылезай. А чё она мертвая-то? Он её убил? Да, спартанские лучники это. Сурово, блин. Сучка. Сучка, эй, давай влезай уже. Да ее хуй разбуешь. Вот это друг. Тут надо было, чтобы еще и храп стоял, знаешь, из этого гроба. О, мана. Ну это ладно. Че еще здесь есть? Опять эта хуйня. В чем прикол-то, блядь? Это дебильной конструкции, я понять не могу. А-а-а, нифига. Надо ему руки всковать обратно. А Персефону раздеть, чтобы он порукоблудствовать не смог. Давай, давай, блядь. Куда ты, нахуй? Там лестница уже кончилась, ты все лезешь. А, ему об руки гроб не разбить, только об пузо его ненакачанное. А, он сейчас что-то вырвет, наверное, из стены. Нет. Откуда у него силушки-то богатырской нету? Там, кстати, какая-то гарпия, блядь, болтается, ебаная. Хуя. А ничего, что сейчас он ту руку освободит тогда? Я чё, блядь, должен сделать-то, нахуй? Чё-то, блядь, вообще не понимаю, когда вынимаю. Чё они сейчас от меня хотят?
Наверное, надо что-то пододвинуть куда-то, не? А, тут лифт есть. Там ничего такого не было. А, ну правильно, сначала эту руку, наверное, потом ту. Вниз. А-а-а. Еще жизни. Зачем столько здоровья-то здесь? Да уже насрать, что там закрывается. Я лифт себе притащил. Чего вы мне пока... Ой, не нравится мне этот звук? Да ебал я этого гнев Спарта. У меня он... Блять, ну как они сбивают-то, ебаные твари, блять. Петушня ебаная. Пидорас, блядь, ты можешь быстрее бегать-то, ёбаный рахитозный, сука, демон, блядь. Там, сука, чемодан, блядь, с лечением, нет, нахуй не добежал, ну, ебан, блядь. И чё, блядь, вы мне показываете хуйню какую-то? Блядь, пиздец эти гарпии, просто ёбаный бич, блядь, этой игры, походу. Они, нахуй, сложнее, чем боссы, блядь. Обосраться, блядь. Ныне ты в моей голове. Сука, знаете свое место, пидораски. Гнев Спарта. Ну, выхватил он этот меч, и чё мне, блядь? Может, мне ещё с бревном на голубе охотиться? Сука, нашли тоже негра. Таскаю кирпичи туда-сюда, что-то, блядь, хуйню какую-то. Сейчас, наверное, эти вороны тут просто повсюду будут. Игра прохавала, наверное, что у меня с ними проблема. О, боже мой. Не то хватаешь ты. Да ты чё, блядь, совсем индеец, что ли? Ёб твою мать. В чём дело-то, блядь? А, надо просто подставить, наверное. На, сука. Аид сочинил здесь такую головоломку и сам же, блядь, поставил свою телегу с кирпичами, которые помогают в ее решении. Вот тупой. Хотя, может, не он тут всем заведует. Так, теперь надо... В чем разница, с размаху ударить гробом об его руки или об его пузо, ссаны? Может, надо этим гробом статую разбить, а не ее разбудить? Хрен знает, какие у них там в аду порядки. А вы говорите, кто же его посадит, он же памятник. Вон. Вообще-то что-то так на Uncharted похоже, просто пипец, честно говоря. Обычно там такие, блядь, загадки мощные. Просыпайся, шалава. Да, смотри, статуя ломается. Оу, попадос, походу. Я очень рад, что ты выиграл для нас минутку. Это так важно. Я топчу ебало твоей жены, понял? Остались
Старые обиды. Сейчас кучку сделаю. Старые раны. Они ввергают душу в смятение. Посмотрим. И сколько же преступлений совершил ты против меня? Да, верно. Ты убил мою племянницу Афину. Где? Что там еще? Что? И покончил с моим братом Посейдоном. И я не забыл, что именно ты зарубил мою прекрасную царицу. То есть Кратос в основном тёлок убивает. Ты будешь страдать так же, как страдал я. Твоя душа в моей власти. Аид. Наконец-то, блядь, сразимся в честном... Ух ты, блядь. В честном кумите. Так, нахуй, меч Спарты, блядь. Чё ты думал, я тебя, блядь... По-моему, я ему пиздюлей-то... О, у него тоже цепи. Ебать, Спартак дрался с этим. И я подерусь нахуй. С великаном, блядь. Ныне ты в моих владениях. Охуеть. Лук Аполлона, блядь. Вау. Я... Карусел, карусел, кто успел, тот присел. На нахуй. Спартанцы, блядь, тыкайте его в жопу чем-нибудь. Ну давай, петух, что ты умеешь? Что ты такой, что ты можешь, блядь? А, блядь, ну ладно, попал. Педагог, сука. Вообще у нас весовые, сука, разные. Куда, блядь, судья смотрит? Судья продажная, козёлка. Ох, копите, блядь. Опа, блядь. По копытам, блядь, по копытам, сука. Ах ты, пидорас, блядь. Не, ну, блядь, ну. Ну как нахуй он попадает-то, бля, я не понимаю, просто, блядь, ты охуел. Можно как-то включить отображение жизни, потому что я, ебать, не понимаю, сколько мне убить. Да, я греб нахуй, хорошо. Как, блядь, можно драться с боссом, когда просто непонятно, сколько у него жизни, блядь. Как бы в Dark Souls вот жизни показывают у босса, блядь, у любого, у моба, и ты можешь рассчитать, блядь, свое здоровье, свои, блядь, свое все нахуй, рассчитать, блядь. Долгий это поединок будет, недолгий, блядь. Тут нахуй просто вообще хуй просышь, блядь, как долго надо выизъябываться. Потому что индикации вообще абсолютно никакой нет. Ну понятно, блядь, сколько этот босс проживет, блядь, сколько, на какой... Что мне его 10 минут пиздить? Не 10 минут. Какие удары эффективны, блядь? Какие дефективны? Ну, бля, я хуй его знаю, конечно. Эти ваши слэшеры, блядь, вам виднее, потому что я слэшеров никогда фанатом не был. Пиздец, блядь. Ну ты и хуй, блядь. Да соси ты. Вот, ну, по-моему, блядь, все-таки в игре, где есть... Да ну нахуй, можешь сразу мне пизды давать. Я когда я первым же ударом опиздюлился, бля, я не вижу смысла. Да хули ты, блядь. Ой, блядь. В игре, блядь, хуй во тьма ударов, блядь. И просто тебе не дают даже посмотреть, вот какие из ударов, блядь, лучше проводить по этому боссу. Или тут чё, блядь, все удары одинаковые, что ли, я не понимаю. В плане дамага. Сильные, слабые, хуй, что ли, как им его бить. Вот этот удар, блядь, правой плеткой после вот этого мощного, какая-то, блядь, просто он ее на землю кладет, как будто, блядь. Оу, oh, yeah!
Да нахую я твою, блядь, царство мертвых, пидорас, видал, блядь. Ах ты ебаный ты, блядь, мразь. Опять что? Как на физкультуре, блядь. Смотрю, мы заканчивать эту хуйню вообще не планируем, да, как бы? Ну, я так понимаю, что это, блядь, середина боя уже. Блядь, какой босс неинтересный, пиздец. Вот по сравнению с Посейдоном, этот просто говно, ёбаное. Когда я с этим мечом, по мне что, вообще дамаг не заходит, что ли? Нормально отъебал. Блять! Заебала твоя волна, вот нахуй она вообще нужна, не понял. Охуеть. Блять, сука, я не понимаю, когда он стягать собирается, когда он нахуй собирается. А, блять. Понятно. Да, дамага вообще не заходит по мне, когда я под этой хуйней. Имба слэшинг. А может надо было вот этот меч доставать, когда он начинает, блядь, возить своими цепями по полу? Кстати, логично, наверное, надо, блядь, так и делать. Блядь, ты же по воздуху второй удар делал. Карусель, карусель. Начинает показ. Оторвись на нашей карусели. Ах ты пидорасина, блядь. Я такое чувство, что мне надо лук прокачать для этого боя. Спартанец, конечно, стреляет куда-то в бок в прыжке, но попадает на самом деле. Да, ну сейчас я тебе доставлю, сучка. Боль любишь, пидорас? Боль любишь, пидорас? Ну и как тебе, блядь, нравится, сука? Ради боли. А это что за говно ползет? Котлетос какой-то, блядь, от меня съебаться пытается, вырванный у него. Все. Ну это походу. Блять, я его разозлил. Блять, гандум. Да, соси, блядь. Из горла только душу. Охуенно, теперь с таким видом, да? Драться будем, блядь. Опа. Меч мой, блядь, нихуя не копится, да, в таких райских условиях, блядь. Ёбаный в рот, это-то что за хуйня? И что с ними делать-то, блядь? Ай, сука. Вот ты гандон, бля. Блять, их с лука ты не собьешь. Ну, ёбаный ты пидорас. Ты ж должен был, блядь, черепа свои выпустить.
Блять, и все сначала, да, я ебал. Ну и, блять, боссы, нахуй, на полчаса, блять, ебатные. Не, ну понятно, что надо просто меч поберечь до той стадии, ебанутый. Блять, я подпрыгнул, иди нахуй, блять. Всем что ебанат, блять. Ну ты, блять, и ебанул ты. Ебаный ты пидорас, да хули он лук свой не успел, блять, заебало нахуй, нахуй, пизду эту сложность, блять, а тут говно нахуй. Я ебал, бои, блять, с боссами, которые идут, но ебать, это как будто финальный босс игры, нахуй мне 2 часа с ним драться, это чё, блять? Интересно, что ли, кому-то, я ебал, блять, в натуре, хуйня такая. Блять, почему на поверку все, блять, проверенные, сука, шедевры от Sony такое говно, блять, для детей, нахуй, блять, ты поймешь каких. Серьезно, че, блять, у каждой игры от Sony такой рейтинг, что, блять, пиздец, как будто вся компания на одних фанбоях, блять, живет. Ну и, блять, видно же, что игра ебанутая, блять, говно. Пью-пью-пью, блять, пью-пью-пью, нахуй, отлично, блять. Ну не то, что говно, но, блядь, вот до чего было интересно драться с Посейдоном, и до чего тупая хуйня вот этот босс, блядь. Дай нахуй пососи, блядь. Я думал, тут все боссы огромные, блядь, размером, сука, с небоскреб, по ним там что-то лазишь, блядь, бьёшь их там куда-то. Нихуя, блядь, вот, сука, второй босс в игре, и уже такой пидор обычный, блядь. Блядь, вот таких хуёв, блядь, в каждой игре навалом, блядь. В Dark Souls, блядь, все боссы вот такие, нахуй. Просто демоны с плавильни, блядь. Первая ассоциация моя, когда я увидел этого Аида, блядь. Я сильнее, чем ты можешь себе представить. Грудную мышцу ему оторвал, что ли? А, это вот можно было здесь на меч себе нафармить эти руки, ёбаные. Понятно. Бля, мне вот интересно, Посейдона подобные боссы-то будут еще или вот так только такие, блядь? Конечно, блядь. Атаковал меня с ракурса, с которого я вообще нихуя не вижу. А сейчас почему дамаг прошел? Понятно, блядь, давай. Что ждать-то, блядь? Не доживу нахуй до следующей стадии без меча. Блять, ну зачем, блять, зачем ударная волна, когда он спрыгивает, блять? Как ее нахуй вообще можно пустить, когда кусок мяса спрыгивает, блять, на каменный пол? Ёбаный в рот, нахуй. Дерьмо ёбаное, блять. И сложности, блять, вот либо совсем для тупорылых, нахуй, либо для совсем задротов. Где-нибудь среднее, это что-нибудь, блять, есть? Блять, как интересно с ним драться, ебанешься просто, хуенно. Блять, до фури, блять, интереснее, чем эта хуйня, ебаная. Вот
Поэтому, блядь, я не прохожу старые игры, что механики, блядь, этих игр устарели, блядь, 800 лет назад. Они нахуй никому не интересны уже. Блядь, заебал. То есть скалолазанье, блядь. Пизделка с боссом двухчасовая, блядь, какая-то нахуй монотонная, блядь. Чё, реально кому-то, блядь, кайфово, что ли? 2016 году ты всё хуйней это заниматься, что ли? Конечно, после кувырка надо 2 часа вставать с земли, блядь. Ой, блядь. Блять. Вот я вот нихуй нахуй не понимаю, мне кусок мяса надо пиздить в этот момент или его, вот, блять. Вроде, блять, кусок мяса. И чё мне такого, блять, по кускам разбирать, что ли, пока нога нахуй не отлетит, блять, он мной попытается. Я вот что-то не вижу, чтобы у него... А не, вон видно, что чё-то не хватает. Вот это с цепями, это для чего вообще хуйня задумано. Блять, он что это постоянно будет делать, что ли? Резкая смена настроения, блять. Он как бы типа ускорился. Я думаю, что так-то вот этих ускорений в этом бою будет 3, блядь, не 4. Пиздец. Топот теперь достает вообще, блядь, хуй знает на какое расстояние. Пиздуй отсюда, чмо, блядь. А мне похуй, чё ты там машешь, блядь. Давай меч, ёпты, кладенец. Руби ему, сука, конец. Так, вот еще стадию прошел. Теперь мы ему печень, блядь, вырвем, нахуй. Я говорю, пока все органы, блядь, у него не кончится, это, наверное, блядь, будет бой сейчас. Да, но я на меч-то себе не нафармлю сейчас нихуя. Очень, очень мало падает, потому что максимум на пару ударов мне хватит. А бой, блядь, и не думает заканчиваться. Смотрите, смотрите, ему похуй вообще. Next stage. Но, в принципе, мне восстанавливают ману, восстанавливают здоровье. Меч бы еще, блядь, восстанавливали. Я так понимаю, что каждый следующий, блядь, момент все, блядь, охуенней. Но это вообще пиздец, я считаю. Полный. Раньше он хоть, блядь, не знаю, черепа какие-то типа поворачиваться можно было. Что сейчас происходит, я вообще не понимаю. Ой, блядь, да. О, надо же. Да, какая боль кайфовая. Давай башку ему отрубай, нахуй, все, закончили. Нихуя, да? И чё? Ну это заставка пошла или чё? Или КТЕ продолжается? Твоя боль дарит мне наслаждение. Блять, мы друг друга стягать будем, да? Как две сучки, блять. Куда нахуй? Да я твою душу, блядь, мотал нахуй. Почему я падаю, бля, в воду в эту ссану? Мне надо его, что ли, стянуть туда или чё? Бля, он меня стаскивает, когда я бью. Смерть будет
Вот если бы это была стадия номер 2, а не номер 3. Потому что стадии номер 1 и 2 повторились, блядь, и это было беспонтово. Гандон. На нахуй. Я не понимаю, что я должен делать, блядь, сейчас тут? Он не достает. Я думал, у Кратоса сил не осталось божественных, а он, смотри, с каким быком борется, блядь. Перетягивание канатов, блядь. Кому нравится, тем понравится, блядь, игра, нахуй. Мне так никогда эта старинная забава, блядь, не вдохновляла. О! Неужели он, сука, дохнуть начал? Сейчас я его повешу, пидора. Ой, ебалом об потолок, сука, Аида, бля, хуярь. На, говно, саная, блядь, ублюдок, наконец... Ублюдок, мать твою! Вот, ну, под конец ничего так придумали, но, блядь, вот то, что с боссом дерешься без шкалы здоровья, и то, что первая и вторая стадии повторяются, бля, хуйня полная. Когти Аида, эти ужасные крючья принадлежали самому Аиду и дают вам власть над душами. И что мне с ними делать? Ну, это, блядь, как в Darksiders две косы, блядь. А, это что, продолжение, да, какое-то? Блять, а у меня забрали мой удар вертушкой-то, кстати. Нету, блять. Я его что, прокачивал на один уровень, что ли? Нихуя не понимаю, блять. Ёбаный в рот. Надеюсь, чекпоинт-то, блять, остался там. Блять, петух рваный, блять. Что происходит-то? Где? Пиздец. Ну давай, скажи мне, что это был не чекпоинт. Ура. Ну хоть так, блядь. Хоть какое-то послабление, блядь. Я тупом боюсь, ему ёбка. Че они, блядь, одноразовые, что ли? Смотри, куда они делись-то? А, вон они заблестели. У них КД какой-то, блядь, ебанутый. Не понимаю, как вот ему, блядь, уворачиваться? Он пиздец, нахуй. Кувырки достает, в прыжке достает, блядь. Ебаный слэшер, блядь. Как они, нахуй, работают, блядь. В ДС-ке, в Bloodborne видно, что когда ты, блядь, делаешь кувырок, нахуй, босс по тебе не попадает, блядь. Кто угодно по тебе не попадает. Тут, блядь, я хуй знает вообще, для чего эти кувырки нужны. Иной раз просто непонятно, блядь. Так он по мне уебенил, нихуя не понятно. Меч не достать, блядь. Пиздец. Засветился крюк, но когда уже удар в меня летел. Здесь правильно сказали, что механика понятна тем, кто в первые две части играл. Я вот не играл, может, в этом проблема, кто его знает.
Блять, ну и хули ему эти удары-то, блять? Ну вообще поебать. Ну ебаный, ну блять, ну заебал, нахуй, заебал, блять. Реально, нахуй боссы-то, блять, час убиваются. Вы ебанутые, что ли, блять, а? Пиздец, хули, блять, как без жизни его пиздить? Ты, блять, какими ударами? Куда, блять, чё? Ему похуй, по-моему. Вот, по-моему, ему похуй. Я чё-то, блять, каких-то нахуй... Разницы, блядь, вообще нахуй не замечаю, чтобы он что-то, блядь, как-то огребал, блядь. В спину есть смысл бить или нету? Ни, блядь, нихуя не понимаю, блядь. От этого говна как-то есть, блядь, у ворот или что, блядь? Или только вот сюда, когда улететь, нахуй? Удар, блядь, прокачал, удар забрали, нахуй, тут же. О, блядь. Такое чувство, что его только в спину и надо бить, блядь. Стою, мне ж делать-то нехуй, блядь. О, привет, блядь, родная. Убийство Аиды — это бесконечная череда ударов его головой о камни, блядь, о какие-нибудь. А, теперь я из него душу, блядь, высосу. Теперь я хозяин ада новый, блядь. Пиздец, я впитал силу огромного демона, я теперь, не знаю, щелбанами должен всех сносить. Посейдон, когда умер, потоп был, когда этот сдох, что будет? А, ну это я знаю, это они из Mortal Kombat спиздили, когда Шан Цунга убили, из него тоже души полетели. Осьминоги сожрали, что ли? Вы получили душу Аида, теперь вы можете переплыть реку Стикс. Обоссаться, блядь. А судьи, когда сказали, что мне не место в аду, они меня не выпустили, что нихуя не понимаю. Блядь, как тут, чего? Хуй его поймешь, блядь. Как тут все устроено. А, теперь можно плавать. Чего? Подныривать что-то. Блять, вот реально обучение, вот сука, нет бы они хотя бы паузу поставили, дали прочитать. Нет, оно на 20 секунд появилось и исчезло нахуй. Я ебал, ну чё за пиздец, блять. Ладно, короче, что-нибудь жмите, пишите вся хуйня. Не знаю почему, я впервые вижу, но у меня джойстик светится розовеньким или фиолетовым. Сколько тут вообще цветов нет?